Коллеги, рядом со мной производитель великолепных семечек из Ставрополя. Очень хочется узнать побольше о них. Давайте представляться. Всем добрый день. Меня зовут Сергей. Компания «Крутой Окер». Мы на рынке юга России присутствуем с 2007 года. На данный момент интересны остальные рынки и регионы как России, так и ближнего и дальнего зарубежья. Вот приехали себя показать, других посмотреть на сегмент. Интересное название. «Крутой Окер». Откуда взялось такое замечательное название? Много легенд, на самом деле, происхождения. Уже, наверное, оригинал никто не расскажет. Но... В Ставрополе окают, как где-то в Вологде. Вот тогда бы я бы понял. Тогда бы я понял. Я думаю, не окают, но как образовалось, я, наверное, уже не скажу. Это каждый решает сам, додумывает, как ему нравится. Интересно, завеса тайны. Да. Давайте тогда ближе к продукту. Вижу потрясающую упаковку. Она нацелена явно на молодежь, очень ярко. Но красный цвет нацелен и на пенсионеров, потому что вы забираете эту упаковку абсолютно всех. Скажите, пожалуйста, поподробнее. Если говорить про наших покупателей, то да, это, наверное, от 18 лет до 40-45. Если говорить про красный цвет, это наша классика. Семечки, обычные семечки, которые мы сами производим, выращиваем, жарим и упаковываем. И, ну, то есть весь цикл производства от полей до готового продукта и до продажи даже. То есть тоже все занимаемся сами. Также в портфеле присутствует арахис, который импортируется в нашу страну нами сами тоже. И фисташка. Все идет напрямую от производителей этого продукта в регионах произрастания. Хочется узнать, вы уже представлены у нас в московском регионе, в центральном, или только у себя в Ставропольском крае? На данный момент продаемся только на Озоне, на Wildberries, на ваш регион, на московский регион, так, ну, как и по России в основных регионах. В сетях, в ритейле пока еще не представлены. Приехали именно за этим, на выставку. Я надеюсь, и наше интервью, и ваше присутствие на выставке даст нам возможность найти потом вашу продукцию в нашем ближайшем магазине у дома. Я уверен просто в этом. Так и будет, да. Спасибо большое, и я помню ваше обещание, что мы сможем попробовать вашу продукцию, поэтому поскорее закончим наше интервью, пожелаем вам удачи на нашей выставке и больших побед, надеюсь, до встречи в следующем году с новыми интересными отчетами о вашем расширении. Спасибо, конечно, все будет.